Всем привет, ребят, с вами Слит, и сегодня мы поиграем с вами в Starf EO. Здесь наконец-таки вышел новый режим, вот он у нас, зомбис. Смотрите, здесь сразу много-много серверов доступно нам, то есть мы можем, по идее, выбрать какой-то сервер. Также я не очень понимаю, смотрите, здесь написано всякие разные дни, то есть день первый, день второй. Давайте мы зайдем на Европу, потому что русских серверов здесь нету. Давайте на Европу первую зайдем. И зайдем за, например, за какого персонажа? Давайте за зомби, за Франкенштейна зайдем. Почему бы и нет? И сделаем его в очках. Умный Франкенштейн. Франкенштейн. И заходим. По идее, здесь... Вот, видите, здесь карта совсем другая. Если кто-то есть из олдфагов, так сказать, из старых игроков Starf EO, вы, наверное, помните, карта была практически такая же. То есть без всяких океанических биомов, без всяких зимних биомов. И она была просто... Просто летняя карта, обычная. Вот, только здесь она очень большая, видите, она прям огромнейшая карта. Мы сейчас, по идее, возродились зомби, да? Да, мы вроде как зомби, и смотрите, мы можем вроде как бить других игроков и пытаться их убить. Опачки, мы кого-то взяли и убили сейчас. Офигеть, то есть мы не успели зайти. Вот, и зашли за зомби, и мы, получается, даже, по идее, не можем использовать, видите, оружие никакое. Да, вообще ничего не можем использовать. Кстати, откуда у него песок был, интересно? Здесь же вроде песка нету. Вроде как здесь, по-моему, дается песок, когда заходишь. Так что, видимо, это нужно для бутылочки. То есть 25 ровно песка дается. Похоже, разработчик сделал так, чтобы вначале можно было сделать сам бутылочку для воды и постоянно с ней ходить. Может быть, мы потом так и сделаем. Давайте поищем других игроков, поиграем за зомби немножко, потому что мне интересно, как мы можем так вот... Опа! Прийти кому-то и разрушить все планы. Смотрите-ка, мы кого-то сейчас пытаемся убить. Владро. Давайте-ка мы его убьем. Смотрите, он даже меч себе не сделал. Так, в принципе, он может отбиваться мечом или вот киркой, например. Опачки, взяли и убили его. Причем руками, ребят, просто руками взяли и его убили. Похоже, здесь у зомби немножко больше дается урона рукой, так что, видимо, зомби здесь сильные. Так, ну ладненько. И, кстати, по-моему, мы немножко быстрее, чем обычные игроки. Зомби быстрее, по-моему. Так что, когда мы будем играть за обычного игрока, мы будем делать какую-то базу и выживать вместе. Кстати, можно поиграть в эту игрушку еще на стриме. Вот, в этом режиме будет интересно, будет делать базу вместе с вами. Огромную базу сделаем и будем выживать как-то против зомби. Надеюсь, что, кстати, в этом режиме нету PvP режима, то есть нельзя сражаться между собой. Ну, выжившие не могут сражаться друг против друга. Это было бы замечательно просто. Так, ну давайте пока просто посмотрим на карту. Смотрите, я тут еще вижу всякие синенькие точки. Это у нас, походу, алмазы. Ну, голубенькие такие. Да, это, видимо, алмазы. Сейчас мы попробуем посмотреть, что это у нас. Да, ребят, это алмазы. Есть какие-то розовые точки. Это, видимо, аметисты. Ну и все вроде как. Ну, карта здесь реально огромная, видите, какая она большая. У меня, походу, голод, смотрите, ребят, идет потихонечку вниз. Давайте мы будем кушать тогда. Я-то думал, что зомби здесь вообще бессмертны, оказывается, нет. Оказывается, они тоже хотят кушать постоянно. И они, кстати, питаются тоже ягодами, как и выжившие. Это очень странно, на самом деле. Было бы разумнее делать зомби, которые не умеют кушать ягоды, точнее... Опачки, смотрите, офигеть, смотрите, как много зомби напали на какого-то игрока. Давайте мы подключимся к этим зомби и начнем его гасить. На тебе мясо, свежая плоть. Офигеть. Надеюсь, мы его сейчас убьем скоро. Так, ну все, ему уже некуда деваться. Он сделал себе меч золотой. Блин, как долго его нужно бить, интересно. Тихо. Нет. Блин, жалко. Смотрите, к нему пришла помощь в виде другого выжившего. Ну, смотрите, как долго мы его мочили. Очень-очень-очень долго. Видимо, игрок-то очень крутой. Крутой и хитрый. Видимо, он сделал себе бандажки какие-то. Видимо, он убил одного паука. Взял эти нитки и сделал себе лечилку. Ну, бандажку. Вот. И таким образом он просто лечился. Ну, хотя я не знаю. Либо у зомби здесь не так много урона, на самом деле, идет. Пока что я еще не очень понимаю. И вроде как здесь еще дается 3 дня. То есть мы заходим и 3 дня пытаемся выжить. Вот, а дальше уже приходит зомби. Дальше уже сервер, можно так сказать, закрывается. И дальше вы заходите за зомби. Такая вот тема. Пока не знаю, что мне тут делать, потому что одному мне здесь в зомби выживать на самом деле сложно, видите? Меня спокойно могут убить выжившие игроки. Если у них есть, конечно же, меч. А меч у них есть. Вот, и мне еще самому нужно как-то выживать.
костры не могу ставить. Хотя у меня холод-то, он не кончается, вода тоже не кончается, а вот голод у меня кончается. То есть нужно следить только за голодом, когда вы играете за зомби. Хорошо, будем следить. Так, это у нас какие-то уже постройки, смотрите-ка. Можем бить рукой, в принципе, эти постройки. Ничего себе! Если делать постройки из камня, смотрите, как долго мы их бьем. Из золота, наверное, еще дольше. Блин, это очень сложно, оказывается, играть за зомби-то. Не знаю, мне кажется, что зомби должны как-то пофиксить, может быть, им должны увеличить урон, потому что так просто напасть на какого-то игрока, это реально сложно. Вот видите, мы сейчас нападем на него, и он просто нас убьет, видите, у него очень много урона идет от меча. Это, конечно, обидно, это очень обидно. Так что, ребят, за зомби играть очень сложно. Может быть, мы потом поиграем за него. А давайте сейчас поиграем за выжившего игрока. Я даже, скорее всего, сейчас перезайду на другой сервер, потому что там игрушка у нас уже начата. Как чье-то имя. Вот, день первый. День какой-то не такой совсем. День третий, день четвертый. Ну-ка, заходим и сейчас посмотрим. Главное, чтобы не лагало здесь. Отлично, мы зашли. Вот, вроде как не особо лагает. А-те-те-те-те, волк, блин, да что ж ты мне так нападаешь. Похоже, немножко подлагивает, но ничего страшного. Главное, что мы сейчас уже можем выживать. Кстати, на первом месте еще один слит, смотрите. Очень много игроков берет мой ник зачем-то. Ну ладно, я в принципе не против. Ладненько, давайте делать кирку. Делаем тогда сразу побыстрее меч, потому что если мы сейчас не успеем сделать меч, то нас загрузут быстро зомби. Мы, в принципе, все поняли. Потому что, ну, в принципе, даже если у меня будет каменный меч, мы можем спокойно отбиваться. Если только мне не нападут очень много зомби. А так мы, в принципе, можем спокойно ходить, и зомби нас никогда не загрузут, на самом деле. Сделать себе броню какую-нибудь, и все будет в порядке. Потому что зомби здесь реально как-то сложно играть. Если только там вместе не нападать ордой, просто огромной-огромной ордой. Так, ну ладненько, давайте сделаем меч. Так, делаем меч, отлично. Главное следить за едой, как всегда, за водой. Вот, аметистики у нас где-то справа, сверху, да. И слева, кстати, вот здесь вот рядом есть аметист. Это хорошо. Так, давайте паучка сразу загасим. Блин, круто вообще на самом деле. То, что StarFO очень сейчас часто обновляется. Это меня очень сильно радует. Кому, кстати, игрушка StarFO нравится, ставьте лайки, чтобы я продолжал в нее играть. Так, а мы продолжаем кушать. Давайте мы еще сделаем кирку. Мне не хватает еще дерева и камня. Так, окей, Google, где у нас тут рядом вода? У нас уже заканчивается вода, мне нужно срочно найти сейчас воду. Окей, она, кстати, тут недалеко есть. Так, давайте соберем немножко еды и пойдем уже на воду. Я не успел сделать, конечно, кирку каменную, но что поделать. Мы сейчас быстренько пойдем лучше на воду и там все сделаем, надеюсь, что. Так, делаем камень, делаем костерчик и идем сразу на воду. Так, отлично, мы уже у воды. И здесь мы спокойно можем уже сделать костерчик. Подождите-ка, не замерзай, чувак, не замерзай. Сейчас все будет. Во, делаем вот так вот. И можем немножко на воду вот так вот. Опа. Вот. И все. Дальше мы можем сделать кирку уже. Делаем кирку. Меч у нас, в принципе, есть. И если даже на меня кто-то нападет из зомби, то мы его спокойненько загасим. И собираем дерево. Дерева нужно очень много. В игре StarFO дерево это самый главный ресурс. Ну и камень тоже. И дерево, и камень, и золото. И да, тут все важные на самом деле ресурсы. Давайте сделаем костерчик и пойдем дальше. Потому что еда у нас закончилась уже. Лучше где-нибудь у кустика сейчас сделать. Вот у нас уже ягодки есть, это хорошо. Отлично, ребят, мы нашли волка. Еще одного волка, отлично. Чем больше волков мы находим, тем быстрее мы сделаем уже рюкзак. Вот, дальше мы будем делать какую-то шапочку, может быть, а может быть и нет пока что еще. Посмотрим, все по ситуации. На самом деле лучше сделать, наверное, шапочку, потому что, видите, холодно ходить. Вот, и лучше сделать побыстрее золотые инструменты, потому что если мы их сейчас не сделаем, то на меня нападет толпа зомби и загасит меня, даже с каменным инструментом. Мне кажется, каменный меч не спасет меня от орды зомби. Посмотрим, так что лучше сейчас добыть золото уже скоро. Так, нитки есть, это есть. Давайте еще сделаем еду до конца. И давайте проверим, что ли, на этом игроке, работает ли здесь PvP. Мне просто очень интересно. Так, тихо, вот так вот бьем. Нет, ребята, здесь не работает PvP. Здесь вообще не работает PvP.
Это хорошо, это просто замечательно. Мы теперь можем что сделать? Мы теперь можем искать волков дальше, потому что мне еще нужно 3 шкурки добыть с них и сделать уже рюкзак. Дальше уже посмотрим по обстоятельствам. Так, паучок. А, мы выживаем уже 1 день. Через 2 дня к нам уже придут зомби, так что нужно быстрее вот тут уже выживать, быстрее делать золотые инструменты хотя бы. И может быть сделаем какую-то базу. Я думаю, базу лучше делать где-нибудь у алмазов, либо у метиста, посмотрим. Главное сейчас поискать побольше волков. Но такое чувство, что волков здесь намного меньше, потому что что-то как-то долго я уже ищу этих волков. Ну, карта, конечно, большая, и, наверное, из-за того, что карта большая, волков здесь не так много. Как хотелось бы. А хотелось бы, чтобы здесь волки сыпались прямо с неба. Тихо, паук, ты мне не нужен сейчас. Паук мне сейчас не нужен, потому что у меня и так есть 6 ниток. А если я возьму 8 ниток, то когда я сделаю рюкзак, то у меня слот не будет свободен. Это плохо. Так что мы сейчас пока не будем собирать паутинку. Давайте лучше побьем волков. Так, и мне еще один волк остается. Вот он, кстати, вот у нас волк. Кстати, квесты здесь, по-моему, нету квестов. Так что можем спокойно собирать все эти коробки. И не беспокойся о том, что мы не выполним какой-то квест. Вот. Так, единственное, что... Все, волки мне уже не нужны. Сейчас мы сделаем, ребята, крафт, скорее всего. И сделаем еще, наверное, рюкзак. Сразу же. Так, давайте соберем ягоды. Ягоды. Соберем еще... Так, мне бы сделать этот костерчик. Блин, мне бы крафт найти, потому что... А, вот, все, нашли... Уже нашли крафт, это хорошо. Давайте соберем ягоды. И делаем рюкзачок, отлично. Пока идет все по плану. Сейчас мы сделаем рюкзак, сейчас мы сделаем золотые инструментики. И потом уже... Что-то будет у нас хорошее. Уже в инвентаре. И тогда мы уже... Можем, в принципе, не беспокоиться насчет зомби. Вот, у меня уже 9-е место, офигеть. Так, все, рюкзак мы сделали почти, да? Все, и делаем побыстрее костер, потому что ночь уже. Ночь наступила, ночь это совсем плохо. Блин, уже замерзаю. Вот видите, если бы я сейчас не сделал костер, то я бы, наверное, умер даже. Так, все. Делайся это уже. Все, сделали костер. И теперь кушаем. И что нам сейчас нужно сделать? Нам сейчас лучше пойти на золото скоро. Сейчас мы погреемся и пойдем на золото сразу. Давайте посмотрим на карту. Так, золото. Здесь отмечено как-то должно быть. Но видите, ночью вообще не видно, где золото находится. Это конечно, печально. Это очень печально. Ну, ладненько. Сейчас мы сделаем тогда... мы, кстати, знаете, что еще можем сделать сейчас? Мы можем сделать книжку. Можем сделать бутылочку, кстати говоря. Вот, отлично. Видите, я так стал около костра и около мастерской. Мы можем сделать таким образом бутылочку. Вот, сейчас мы наполним ее водой. На всякий случай, а то мы сейчас пойдем куда-нибудь подальше от озера. Так, паучок, иди сюда. Паучок мне нужен, в принципе. Вот. Наполняем водичку. Мы, кстати, можем так быстро пить воду, потому что не ждать, пока она там заполнит мне полностью шкалу. Мы можем просто из бутылки все пить и наполнять ее снова, бутылку эту. Так, все. ПВП здесь отключено, так что можем спокойно здесь выживать. Так что этот режим даже подойдет, я думаю, даже для новичков, потому что он такой спокойный, мирный, хороший. Опачки, у нас тут зомби уже. Мы вот так вот просто берем меч и отбиваемся спокойно. Да, видите, урон идет от зомби, так что... Ничего себе, какой урон идет. Ничего себе, так, иди сюда. Ах ты, зомби. Ах, он меня чуть не убил, ребята. Я последний удар совершил по нему и кое-как его убил. Но видите, как он жестко меня только что загасил. Это просто жесть какая-то. Блин, у меня совсем чуть-чуть было хп. Прям 0 хп или 1 хп у меня там было. Вообще просто жесть. Офигеть, просто жесть какая-то, ребята. Это просто жесть. Так, давайте пойдем отсюда. Да, не знаю, ребят. Если на меня сейчас нападет какая-то толпа зомби, то, скорее всего, я даже умру. Мне нужно побыстрее уже сделать броню, потому что по-другому никак. Так, у нас тут есть костер уже. Давайте быстрее делать золотые инструменты. Золотой меч сделаем. Это жесть, ребята. Я тут думал, что зомби совсем какие-то здесь не сильные. А на самом деле здесь они очень сильные. Прям очень сильные. Так, ладненько, паучок, иди сюда. Блин, паучок, ну куда ж ты пошел? Как бы сейчас не замерзнуть-то. Так, иди сюда, зайка. Вот, сейчас мы с паучком расправимся. И у нас уже есть две паутинки. Так, здоровье мы восстановили, в принципе. Давайте погреемся у озера. Я думаю, что когда на меня нападают зомби, мы можем просто спокойно делать эти бандажки.
и с помощью бандажек таким образом лечиться. То есть не обязательно от них убегать куда-то, можно просто сражаться. И главное использовать бандажки, потому что бандажки очень быстро нас лечат. И они, думаю, нас спасут здесь в этом режиме. Золото у нас где-то вот здесь вот. Ага, так, собираем. Вот, также нам сейчас сделать лучше шлем какой-нибудь для защиты, потому что, видите, здесь зомби, у зомби очень большой урон. Я себя сейчас ощущаю так, как будто я в каком-то лесу. О, нет, там какой-то зомби, давайте налево пойдем. Зомби нам не нужны сейчас. Я ощущаю себя в лесу, где случился какой-то апокалипсис и пришли зомби, пришли они. Так, это кто там? А, это свой, это свои. Это выжившие. Хорошо, что мы выживших не можем убивать, а так бы очень сложно было бы здесь выживать. Ну, хотя, может быть, было бы круче, наверное. И, наверное, здесь лучше ходить вместе, потому что, когда ходишь вместе, таким образом можно быстрее убивать зомби. Вот, ну и зомби нападают не на одного игрока, а сразу на двух. Так что мы можем просто убежать в разные стороны, и тогда зомби запутается. Так, ну все, давайте еще соберем золото, нужно больше золота. И пока мы ищем еще волков, потому что волков, как всегда, здесь очень мало. Это печально. Так, давайте мы сделаем кирку золотую и пойдем ближе к водичке. Наберем там воду еще. Блин, волков вообще почему-то нету. Волков вообще, где волки, алло? Пока меня ничего не напрягает. Единственное, что меня чуть не один раз не убили, но это пустяки на самом деле, это просто пустяк. Немножко поготовили еду, идем дальше. Главное не оставаться на одном месте, потому что здесь нужно постоянно двигаться, иначе вы замерзнете или умрете от голода, или что-то еще с вами случится, или придут зомби, которые очень голодные. Так, добываем камень, идем на кустик, кстати, вот кустик у нас полный кустик, полный ягод. Так, чернику собираем и идем дальше на золото, я думаю. О, опачки, вот это хорошо, я сюда пришел. Смотрите, у нас тут есть волк, волчары мне нужны все. Блин, волков, конечно, мало волков, хочу больше волков. Так, убили, отлично. Ух ты, смотрите, два золота подряд, вот это да, вот это хорошее место. Если мы сейчас не сделаем защиту хорошую, то мы, скорее всего, даже умрем. О нет, блин, зомби нападают, ребята, зомби нападают. Не вовремя, причем, смотрите, как не вовремя они нападают. А, черт. Ребята, что же делать? Нужно бежать. Нет, я не хочу умирать, только не сегодня. А, это другой игрок? Почему он в золотой защите? Что-то я не очень понял сейчас. Это что, зомби с... Это что было? Ребята, зомби с шлемом золотым. Они могут надевать, оказывается, чужие вещи. Но, похоже, они могут надевать всякие шлема. А, оружие они не могут надеть. Офигеть, ну, ребята, режим очень крутой, конечно. Но, к сожалению, видите, я погиб. Из-за того, что я не сделал защиту, ничего не успел сделать, но... Но, блин, это круто, это очень круто. Я еще схожу обязательно сюда в этот режим. Это новый режим. Мне он очень понравился, так что ставьте лайки, если хотите, чтобы я продолжал играть в этом режиме. Подписывайтесь на мой канал. И я думаю, что мы еще сходим в него на стриме на 100 тысяч подписчиков. Так что... Всем удачи, всем пока, ребят.